Привет, с вами Пестем. Продолжаем играть в Little Hope. Камера. Вот так. Ура, сойдет. Стоп. Я могу туда идти? Могу. А чё, а откуда вы тут появились? А, я понял, откуда появились вы. Может, пойдем? Мне здесь не по себе. Нет, стоп. Я еще не все нашел тут. Не хватало тут застрять. Пойдемте уже. А, мне кажется, это читал, кажется. Это что? Ого. Это же пролог еще, там был такой же мыцо. Да. Меган. Гибель в таком возрасте трагедия. Теннис. Таня. Удивительно, что кто-то до сих пор сюда приходит. Секрет нашел. А это кто? Анна. И? Джеймс. А где тут Энтони?
Вроде как я все посмотрел. Пойдем подальше от этого моста. Я целиком за то, чтобы оказаться как можно дальше от этой мерзкой твари. Уверен, Дэниел Стейлор думает так же. А? А, ты видишь, опять он там велик там чинит. Ага. Это и есть Вимс. Или как вот он? Было бы стыдно, если бы мы посмотрели, мне что кажется, мы тут... лучше не лезть к нему. Было бы стыдно, если мы были бы вот здесь... Помните, что сказала женщина перед тем, как ее утопили? В кустов, в кусте. Девочку должны остановить. Речь шла о судах над ведьмами, так? Не уверен. Ладно, идемте. Я зайду и осмотрюсь. Я зайду и разобьюсь. Хёп твою мать. Little Hope. Там было написано. Little Hope, а не Хоп. О, за них игра. Кого именно? Дэниел. Как ты? Интересно, этот мутант нас сейчас преследует? Не думаю, что он идет за нами. С чего это ты взял? Нам с тобой нужно держаться рядом. Рядом, говоришь? Насколько рядом? Вот так? Давай, давай. Чуть ближе. Еще ближе. Блин, Коста помешали. Ну ладно. Держись с ней. Что за звук? Не слышу. Да, мы вот здесь, у ведьм каких-то. Ну его нахрен, пойдем другой дорогой. Не думаю, что есть другая. Где мы? Ну да. Ничего, так маршрут. Я тут уже нагулялась. Эй, сюда. Посмотри на это. Ага, мост. Эта тварь может быть еще здесь, в воде. Нет, мы от нее оторвались, уверен. Угу. Черт! Иди первым, ладно? Ты весишь куда меньше. Давай лучше ты. Я ни за что не полезу на этот трухлявый мост. Иначе мы остальных не найдем. Выбора нет. Ладно. Я пойду вперед, а ты за мной. Ага. Если мост не рухнет. Отлично.
Ну вот, мост не рухнул. Что это было? Ты видишь? Ау. Уходим отсюда. Ну. Опа, она. Дэниел! Уберите свои руки! Мэри? Мэри! Мэри! Сюда, я здесь! Вы знаете, что происходит? Потому что мы вообще ничего не понимаем. Мы до смерти напуганы. Толкуете мне о смерти? Что? Иначе я извлек тело жены из водной могилы и зарыл в землю своими собственными руками. И все из-за нее. Понятно. Мэри. Вы кто такой? Почему так похоже на Джона? У меня нет ответов. Может, я уже околдован ведьмой? Я нашла ее. Вот она. Какая она у тебя? Я сама ее смастерила. И я возьму, дабы уберечь тебя. Домыслы и вероломство нашли приют в Литл Хоук. Мы все в опасности. Прошу, Табита, оставь ее мне. Табита? Одного телефона. Ладно, похоже, мы и вправду здесь застряли. Анжела, их понятно. Еще нет? Нет, пока нет. Надеюсь, они в порядке. Я думал, мы быстрее найдем водителя. Куда он делся? Ой. Да что ты к нам привязалась? Ну, ладно, ладно, ухожу. Она хочет, чтобы мы шли за ней. Да, пойдем за ней. Она явно тут замешана. Те две девочки. Одна из прошлого. Я опасание, кажется, раскрыл. А эта девочка из настоящего? Нет, я не знаю. Не может, важно. Девочка, которую мы видим здесь, своего рода отражение девочки из 17 века? Не будем ждать Дэниела Стейлор? Если бы они шли в эту сторону, уже бы дошли. Да, да. Не отходите. Неизвестно, что там. Ты чё? Подождите! Ворон. Кыш! Цыц отсюда! Цыц отсюда! Ох! Ну и гадость! Ну ладно, заморался так заморался. Эй! Ты ж 3 минуты вся. Вы тут? А! Опа! Отлично, в ударе. Держу вас. Джон,
Берегись. Молодец. У нее нет очков. Анжела, блять, нет! Чем она такое заслужила? Мы остались вдвоем. Она еще жива, видите? Да, она говорит. Шучу. Пока Дэниел с Тейлор нас не найдут. Девочка. Эй! Что-то мешает открыть дверь. Помогите толкнуть. Я думаю, за Джон играю. Нет, за Эндрю. Ну ладно. Это место напоминает какой-то музей. Она здесь? Спокойно. Ой. Мне не по себе. Соберитесь. Мы не допустим, чтобы кто-то... Соберитесь и разберитесь. Вы уверены? Я сделаю все возможное, чтобы защитить нас. Когда выберемся, сразу найдем остальных. Если они еще живы. Куклы. Что это? Почему девочка ходит одна? Это странно. Может, она... С Мэри? Должно Может, быть. Она связана с Мэри. Но пока непонятно, как именно. Эй, открыть книжку. Не хочет что-то. Ладно, не важно. О, Господи. Смысл суда. Люди, которые сговорились с дьяволом. Да. И девочка Мэри всех заложила. Похоже, ее мы и видели.
Это тот же суд, который мы видели в участке. Ужасно похоже. Ага. Точно. Так, ну. Там так вот, к примеру. Бац! Ну да. Хороший скример. Это я читал. Это чё? Эй! Взгляните! Я это уже видел. Где? На дороге, возле того задрипанного бара. Мы с Анжелой увидели ее и подняли. Как раз перед тем, как Мэри напугала нас первый раз. Занятно. Может, она привела нас? Хотела это показать? Может быть. Давайте рассмотрим ее. Какого черта, профессор? Есть великое множество историй о том, как духи вселяются в предметы. Да, в кино. Mm-hmm. Аккуратней, ладно? Что если дух Мэри все еще живет здесь? Сожжем ее, и, быть может, на этом все закончится. Хм. Я не знаю, что выбирать. Ну, ладно. Есть еще вариант. Может, уничтожение любимой вещи только разозлит ее. Вы правы. Ха. Как по отношениям? Не важно. Опа, выход. О, здесь выход. Куда делась девочка? Привела нас сюда и растворилась? Может, этого она и хотела? Наверное. Привела нас к кукле и готова. Не уверен в этом. Теперь Этер и Дэниел. Дэниел. Почти разрядился. Где написано? Все равно сигнал. Ну да, там было видно. Найти остальных. Ты слышал? Что-то? Может, что-то слышала. Не уверена. Здорово! Наверное... Профессор! Это, наверное, она. Это вы, Анжела. Наверное. Может, пойдем отсюда? Может, пойдем. Где остальных носят? Может, тоже заблудились? Думаешь, они ищут нас? Наверное. Анжела уж точно не бросится меня искать. Ага. Она, конечно, не подарок, но не настолько. Ты точно уверен? Да. Я ее давно знаю. Молодец. Да. Спорим, никого нет дома? Нет уж, без меня. Но первое здание за долгое время. Найдем вход? Прям как ты смог найти вход в тот магазин, что ли? Ты что, еще и взломщик? Нет. Я им в прошлой жизни был.
Да ладно. Либо я смогу сюда. Либо я смогу сюда. Куда же мне пойти? Туда или сюда? Давайте сюда. А, закрыто. А посмотреть. Эй, Тейлор, посмотри. На что именно? Думаю, посетителей давно не было. О, да. С тебя 10 баксов. Хрена лысого, я с тобой не спорила. Ха, да я удивился. Открыто. Я его подниму без проблем. Я, кажется, знак открыл, ты даже этот открыл. Ну, чтобы было видно. Эндрю, наверное, открыл, чтобы было видно. Мы, конечно, можем поспорить, кто пойдет первым. Но результат же очевиден. Ага. Отлично. Что за... Еще. Тише, здоровяк. Не бей страшную куклу. Смешно. Залезай давай. Давай, сюда. Они прям как живые. Ну и жуть. Ну это кукла. Что там? Я там что-то видела. Ты куда идешь? Ты уверена в этом? Нет. Ну так зачем идешь? А, я что-то видел. Тейлор? Ты где? Где? Это что такое? Библия. Я, кажется, нашел книгу к хорошей концовке. Это вы? Тейлор? Нет, это мы. Тейлор! Эй! Ты как? Что происходит? Что там Мэри сказала? Блин, давай же! Ой, смотри, не пёрни. Всё. Оп. Что такое? Что такое? Там голоса. Я, блядь, себя увидела! И она меня тоже! Странно одета, странно говорит. Какого хера? Прости, что я не был рядом. А, что тут, что же? А? Женщину ту, похожую на меня. Уволокли, как какую-то преступницу.
Черт. Вы еще знаете, лопачет. Согласен. Пошли. Какие-нибудь секретики еще есть? Это что? Я читал это? Дома читал. Нет. Я не знаю. Читал, не знаю. Ладно. Это точно не был крик души, потому что я не до конца. То есть, не важно. Где кукла? Эй, посмотри. Данная кукла предположительно принадлежала ребенку в конце 17 века. Жуть. Может, она забрала? Погоди, ну, девочка. Я поняла. Пропавшая кукла — это та, что была у девчонки. Думаешь? Как странно. Это странно? Да тут все, как из фильма ужасов. Не хочу тут быть и минуты лишней. Поддерживаю. О, спасибо, что поддерживаешь. Молодец. Но на суде, кажется, не был на этом, значит, нет. Он об этом не знает. И вот он выход. Идем, нам туда. Наплевать на другие секреты, главное, что я Библию нашел. Странно, где остальные? Вот и вы. О! Теперь вы начали хоть что-то понимать? Та тварь, чем бы она ни была, продолжает преследовать Анжелу. Неустанно. Понятно. Надеюсь, Анжела в порядке. Зачем тебе ножик? Кушать хочешь? А, нет, он хочет подожечь... Или нет? Давайте я помогу. Чуть-чуть подскажу вам. Да? Ты сказал да, значит да. Что ж, как бы так сказать. У всех есть свои демоны. Они принадлежат лишь нам. И часто рождены из сожалений. Вот мудрые слова одного великого ирландского драматурга, которого я повстречал в Париже. Точно. Не торопись осуждать. У святого есть прошлое, у грешника – будущее. Что, блин? Она лишь дитя. Что, блин? Так что поговорим позже. Окей. Гляди, нам повезло. Вот дорога. Остальные. Ну так, заканчиваем. Надеюсь. А то нам сегодня ни хера не везет. Так, ну все. Понравилось видео? Поставишь лайк. Подпишешься. Комментарий оставишь. Не знаешь. Это было, если что, типа, как она не знает. Ладно. Все, что я сказал, вы должны то же самое сделать, если вам понравится. А так, с вами был Степа. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Лайки ставьте. Комментарии пишите. Пока.